Бля, давай отойдем подальше. Здорово, мужик! Здорово. Вам нормально слышно? Ой, чат, сейчас я вас разверну. Можно с вами сфотографироваться? Привет. Я только со стрима. Ты такой маленький. Здрасте. Привет. Можно, пожалуйста, сфоткаться? Можно, а... Вас сфотографировать? Да, я сидел с другом в ресторане и на стрим зашел. И понял, что на выходные. Я чуть не распадалась. Я родила сына сегодня. Давай я сфоткаю. Да, давай. Класс! Ко мне тоже один раз подошел мальчик, где-то примерно такого возраста, и он был такой красивый, я уже охерела. Именно такая, как будто идеальная внешность у него была. Ну, он маленький был, конечно. Мэм! Да, вы да, отлично да. смотритесь на трассе. Это что, карма, блядь? Это Пчелкин. Жесть, он танцует. Я знаете, подумала, что это вообще люди эти, скорее, этот поп какой-то там. Они как-то тоже так двигаются. Ну, эти певцы. Попросту. Мокренькая. Так на улице дождь, наверное. А ты чего такая мокренькая? Дима. Старый, ты что-то, блядь? Что? Снимаешь сегодня, да? Ладно, чат, вы сегодня в моих руках. Да, помнишь, я сторис записывал? Жутко пошлая пришла, я решил не говорить, типа. Да ладно. Мы сняли тебя, ты снимаешь нас. Охуеть! Это... Я тебе сейчас в этом найду, сейчас подожди. В аптеку надо заехать. Звук вниз, но это у них, а не у меня. Ой, ну как, подкрепил? Подкрепилось, получше себя чувствую. А, нихуя себе, типы. А что вы скажете на это, блядь, вообще? Вы, блядь, алё, завтраки нахуй. Что вы скажете на мои веса, блядь? А сколько он весил? Я что-то не помню. Что вы скажете? Ой, сосок, блядь. Ой, сосок, осуждаю. Блядь, не клепайте. Блядь, осуждаю, нахуй, ебать. Я по телефону только с мамой разговариваю. Я вообще не понимаю. Вот вы с кем разговариваете осуждаю. По телефону? Кроме мамы, вы с кем-то разговариваете? Я, кстати, нет. Я кроме мамы ни с кем не разговариваю по телефону. Я ненавижу говорить по телефону. Просто максимально ненавижу. Я когда маме сказала, что я улетаю в Москву, мама говорит, пиши мне каждый день. Блядь, я так не люблю такую херню. Она говорит, все равно ты мой ребенок. Я говорю, мам, ну ты же не пишешь своей маме каждый день, что ты там делаешь? Типа, меня это так раздражает, но это было неправильно, мне кажется. Мама обиделась на меня чуть-чуть. Я просто вообще не разговариваю. С папой. А, у вас папа есть. А, простите, я забыла. Что это... Чего? Что? А чё у неё такое тело странное? У тебя вообще органы есть? А что со звуком? Где? У меня звук херовый или... Твич? Херовый звук. Я что-то не могу понять. Как ты это делаешь? Подожди, у тебя вообще внутри хоть что-то у неё есть там? Дай я послушаю. Себя на стриме. Подожди, у тебя вообще внутри хоть что-то у неё... Не, у меня так же, у меня так же. Это вы чем занимаетесь? Это мы в танк играем. Ты, кстати, так секосноляшку свою левую трогаешь рукой. Так ты тоже. А то. А ты чё, дверь? Бля, Элли, вот присоединяйся. Можно, давай. Никита Октава. Я передаю тебе большой привет. И всей нашей компании мы тогда участвуем. Спасибо тебе. Не за что. Удачи. Спасибо. Покажи, пожалуйста, что у тебя на руке. Кусочек диппера. Не хочешь сохранить? Хочу. Удачи. Открой.
Нара, бульдует как шелик. Она же донарок, с мамой на кредитке. Сильно мажет, мажет, мажет ультой этот нубик. Мы на геме, гемкрэп, выбиваем леги, спай. Мама на работе. Оп, ебаси, Леончик нахуй. Все, я тут. Я молочный коктейль ванильный. Здрасте. В смысле нет звука? В смысле нет звука? Какой? В смысле нет звука? Звука. Есть звук, бляха-муха. Вы прикалываетесь меня, я знаю. Бляха-муха. А что у меня с голосом? Вы прикалываетесь меня. А, нет, все нормально. Пиздопол. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Молочный коктейль ванильный. Вырубите. Вы вырубите. Так. Копилка. Марк Рассандара поощрил старание. Мир мое. Блин! Так, у меня три коробки. В одной луковые кольца, во второй... А в третьей картошка фри. Объясняю. Нихуя. Сперва кушают, потом бухают. Потом мне должны отсосать. Ага, а сосать где? Тут? Да, ну прям здесь можно. После того, как ты отсосешь, я минут 10 отдыхаю. Я так же делаю, блядь, я не жопу, вижу, дорогая. Такая хуйня. Так. Лучше, что ну, лучше, там, чтобы уже по выбору. Пердели вместо рогачки. Ну, типа, что это? Идёшь нормально? А. Я же рыгнутого вообще. Блин, прикольно. Типа, сюда явно не жрать приходят. Сюда можно. Давай, иби меня. Тут нету... Иби меня. Ну, сразу убегает. О, там без маски кенты. Здравствуйте. Здрасте. Дайте, пожалуйста, маску. А может? У нас нет маски. Заебись. Вань. Пошли. Да, блядь, ну они заебали, ну вот, вот, поищите, я серьезно, блядь, я говорю, ебучий, вот и... У меня когда было ПМС, то есть перед месячными, это вот это состояние конченое, я зашла в магаз, у меня маска была вот так вот. И мне девушка говорит, извините, пожалуйста, вы можете надеть маску? Фу, сука, я такая злая была, я взяла и вышла с того магазина, блин. Хотя я могла эту маску натянуть себе на нос, но меня так это взбесило в тот момент. Думаю, блядь, хорошо, что я ее нахуй не поставила. Именно в Лаше так. Я прошу, это дайте плохо. Маску. Она говорит, нет маски, ну что за хуйня? Что? Такая маска, а что? Ну что-то там, блин, про рулонную бумагу было. Типа она крутится во мне, как рулон с бумагой, поняли? Ну, типа, бумага крутится вокруг этого рулона. И она так же во мне крутится! Хочешь меня? Добейся, блядь, добейся, девка, нахуй, добейся. Я скоро еще похудаю, блядь, так вообще ебало привалишь, нахуй. Зло это говорит уже на протяжении 2 лет. Мне похуй. Да хочешь, добивайся, блядь. Я ебал что-то делать, у меня есть кэш, нахуй. Мне кажется, когда девушка любит, ей вообще похуй на вес. Сука, у меня есть кэш, блядь. У меня есть кэш, мне похуй, понимаешь? Мне поебать, нахуй, мне похуй. Можно, можно, можно. Ой, блядь. Ну как видеозапись, точнее прямая трансляция. Видеозапись. Видеозапись. Что, вы занимаетесь? Прямыми трансляциями. Ну я там. Папа блогер просто. Не, ну блогер просто, может, да, не знаю, с играми связаны. Не, ну игры и вот такие трансляции, да. Вот выгуливаю детей. Хоть что-то? Он не видел за чатом, так что нормально. Что я видел? Да, забей. Чё, кушаешь? Ребята, овсяная каша с персиком. Тёлочек туда. И... Фруктозки лицо. Такой, знаете, больше такой душевенький. А ты видел Лимузина 4? Нет, а что? Там такой здоровый лимузин. Да? Да, там просто там такой траходром можно устроить. Не, ну я можно хаммер лимузин снять тоже им. Да, да, огромный. Да. Послышалось, да? Что? Ну что, вожак во френдзоне. Какой френдзоне? Ну ты сказала, на подругу жалко. Вы же друзья с вами помнили. Вожак. Не вожак получается, или что? Френдзона.
Добро пожаловать, Ванёк. Я там уже давно у Дины сижу. Это Маринян, девушка бустера. Идите к ней. Скорее, давай. Девушка бустера. Удачи, пацаны. Где стрим ведёшь сейчас? На Твиче. А, окей. Слава. Кать, ну, я тебе могу сказать, что как бы медиатрафик сам себя не насосет, понимаешь? Тут, ну, к сожалению, вот так вот. О, ебать! Твой билет наказан тебе. Ебать. Только имя назови. Ребят, строго ничего сам не сделает. Здрасте. А у вас есть цветочки какие-нибудь дешевые? И один. Срезанные? Ну да, срезанные. Типа ромашка, может, какая-нибудь, одуванчик, там что-нибудь такое. Один цветок. Один. Оля, это тебе. Спасибо, Дима. Спасибо. Короче, мне нужно отойти срочно, но я... Второго альбома. Часто, знаете, куда-то отхожу, убегаю, поэтому я придумал, в общем, я придумал специальную технику, специально для вас, что когда я отхожу, чтобы вам не было скучно, поэтому... Техника клонирования! Зашибись. Так, чувачочек. Что? Пару песен. Это прям что, на стриме было? Ну, мне кажется, это не прям, это видеозапись какая-то. Сейчас, быстро. Что? Так, ребятки, привет! С днём рождения поздравит. Как это так? И, наверное, подарит нам подарок. Может, я уже старею, я не понимаю, как это произошло.